Всем здравствуйте, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте. В этом видео мы хотим рассказать про лопату Double Genie. С нами покупатель Николай Юрьевич, который опробовал эту лопату в деле и может нам рассказать, как ее использовать. Потому что я сам ей не работал, я работал обычным гением. А вот такой замечательный двойной лопатой плоскорезом я не работал. Николай Юрьевич, скажите, что вы делали на своем участке и вообще как вы ее использовали? Этим инструментом можно воспользоваться как плоскорезом, потому что очень удобно, и у кого есть силы, он двойной или в квадрате гений. То же самое, как и гений. Поэтому как плоскорезом убирать дерн и перебрасывать удобно. Потому что широкость показывает это. Можно использовать как лопату. Если это не песок сухой, то как лопату для перебрасывания грунта. Ну, основное назначение этой лопаты — работа с удалением сорняков, верно? Удаление сорняков, причем мощных сорняков. Даже заменяет, допустим, косу, то есть в каких-то местах, против, да? Сорняков. То есть в каких-то узких местах можно. Да, потому что поработать. Вдоль забора очень удобно убирать вместо косы уже. Там делать нужно, наверное, такую полосочку, да, вот. Полоску. Как бы сделать, и коса вот там, где не возьмет просто траву. Ну, это. Да, вдоль забора, для того, например. Чтобы обеспечить. Там, где коса не пройдет. Да, Николай Юрьевич, вот вы рассказывали, что где-то там какие-то ступеньки, да, даже сделали. Потому что очень удобно работать, не изгибаясь. Если рельеф неровный, сделать как бы ступенечки такие. Ступеньки. Очень удобно. Вот. Поэтому у меня есть и гений, и вот это. И я перешел к этому. Сил хватает, и надо пользоваться, экономя время. Я бы сказал, что это гений в квадрате. Отлично. Спасибо, Николай Юрьевич, вам за обзор этой прекрасной лопаты «Гений в квадрате». Покупайте эту лопату в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте. Спасибо, что есть такой магазин.